покажу вам немножко сумасшедшего дома. Храм Лампуянг. Лампуянг на Бали. Лампуянг – это два слова. Лам – это свет. Пуянг – это Бог. Храм очень красивый, но место, ну, он достаточно маленький. Просто он находится на высоте. Если сюда ведет, если пешком, 1500 ступеней. Если ехать на машине, то очень жесткий серпантин, узкая дорога. У тех, у кого проблемы с вестибулярным аппаратом, я даже не советую. Смотрим. Вот такие три входа в храм. Но войти в эти ворота имеют право только специально одетые индуисты. Ну, те, жители Бали, в общем. Это общественный храм. На Бали несколько видов храмов. Это семейный храм, это храм домашний, сельский храм и вот такой вот общественный храм. А вот и эти знаменитые ворота, которые встречаются на всех фото девочек из Бали. Эти ворота с видом на вулкан Агунг. Балийские ворота, они повсюду здесь, в каждом храме. На Бали больше 20 тысяч храмов, в каждом храме разного размера такие ворота. Эти просто расположены удобно, это, говорят, что это вход в нирвану. Неудобно, а красиво, на фоне вулкана. Сейчас вулкан закрыт облаками, но все равно эффектно. Ворота – это значит баланс. Одна часть, левая – это зло, правая – это добро. Если не будет зла, мы не узнаем, что такое настоящее добро. И если не будет добра, то мы не узнаем, что такое настоящее зло. Также можно их ассоциировать с мужчиной и женщиной. В общем, трактовки разные. Чтобы сфотографироваться, вот там вот, надо выстоять вот такую очередь. Это больше, чем на час. Это очередь больше, чем на час. На входе к храму вам оденут такие саронги, мужчинам и женщинам. У женщин, у которых майки, дадут еще и платки, так как плечи должны быть прикрыты. Фотография, сфотографироваться платно, но нет никакого прайса. То есть вы сколько дадите, столько и дадите. Вот эти мужчины фотографируют. Место интересное, достойное внимания.